Ну, Кубок России для меня важный, так как это начало сезона, надо начинать с победы. Ну и отбор на чемпионат Европы, как бы надо, как сказать, свое лидерство доказывать здесь, чтобы на чемпионат представить свою родину на международных стартах. Ну, я был сейчас на сборах у Эдуарда Викторовича, у Кравцова. Так скажем, сейчас хочу совмещать любительскую карьеру с профессиональной карьерой. И вот готовился. В принципе, такой хороший объем работы провели, хороший план был, хорошие спарринг-партнеры были. Новый год в Сочи встретил на сборах. Как бы, ну, круто было. Васька Егоров у меня был спарринг-партнером, Артур Нагопетян. Мы все готовились вместе, и такая плодотворная работа прошла, ну и вот в форме вроде бы. Ну, я уже говорил, то, что мы подобрали другую методику тренировок, немного тактику изменили, что о тренировочном плане немного физуха была не та, по бою это видно, третий раунд я подсел. Обычно я третий раунд нагоняю, еще больше темп, неважно какой соперник. Что конкретно обои, да, немного меня Андрей Пингвин удивил. Как я помню, он сказал на прошлом интервью на Хабаровске, я его ничем не удивил. Но тут да, то, что он пошел вперед, но я готов был, что, чтобы он работал вторым номером и первым номером, я был к этому готов. Как вы видите, результат есть такой, какой он есть на данный момент. Я победил, как я и говорил в прошлом интервью. Вот, так что... Бог нам дал сегодня победу. Мы идем дальше. Завтра финал. Смотрите яркие бои. Мы покажем еще, дай бог, красивее бокс, чем сегодня. Илья, поздравляем с победой, но мне кажется, твое присутствие в финалах, это как само собой разумеющееся. Так к этому относишься? Хорошо, что зрители так оценивают мой бокс, да, то, что если я вышел в финал, значит, так и должно быть. Мы работаем ради этого, трудимся, поэтому для этого делаем все, чтобы выходить в финал и показывать свой бокс. Ну, просто продолжение мысли, что финал само собой разумеющийся, там другая фамилия в этом финале обычно рядом с тобой стоит. Я знаю, все ждут, да, Попов-Мамедов, да, и очередное противостояние здесь, поэтому... Мы покажем красивый бокс. И ваши, ну, не в твою пользу, в общем-то, противостояние, мягко говоря. Да, я соглашусь с этим, не против, но мы растем, я взрослею, я матерею, поэтому настраиваюсь только на победу.